Всем привет! В этом видеоролике покажу вам, как можно быстренько за буквально пару минут эволюционировать с такого вот червя до дракона Конда. В первую очередь переходим по ссылочке в описании и попадаем на нашу страничку с кодами. Вот эти коды, и каждый из них добавит вам либо опыт, либо несколько уровней. Начать, я думаю, желательно с первых кодов, то есть поочередно их вводить. Поэтому копируем первый код, переходим в игру и вводим. Вводить надо в разделе «Рюкзак», открываем рюкзак, нажимаем вот здесь вот «Коды» и вводим первый код. Нажимаем и получаем 10 уровень сразу же. После чего копируем следующий код, вставляем и также превращаемся вот в такую копибару. Круто, да? Следующий код также нас эволюционирует. Смотрите, сколько у нас уже открыто. Нажимаем, вводим и получаем, эволюционируем сразу же какую-то кошку. Сейчас, как она? Мангуст. Ну, похоже на кошку. Следующий код также добавит там опыт. Вводим его и эволюционируем в ягуану. Тоже прикольно. Так, вводим следующий код. Рюкзак, коды. Нажимаем и активируем. Так, там добавилось немного опыта, но совсем чуть-чуть. Так, вводим следующий код. Эволюционируем. Вводим еще один секрет код. Добавляется уровень уже 14. И последний код, который, собственно говоря, превратит нас в дракона Конда. Итак, смотрим. Как видим, да, вот у нас последний открытый эволюционированный зверь, это дракон Комодо. Собственно говоря, смотрите, какой он быстрый. Он уже может есть ежиков, может гнезда кушать, да, уничтожать, разрушать. И может охотиться, в принципе, уже на каких-то зверей. Имеет приличную силу, скорость, маленький дикий кабан. Даже кабана, наверное, сможем. Да, смотрите, можем съесть кабана. В принципе, на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем пока.